День на Думской продолжается, говорим о самом главном. Одесса вступает в такую фазу, когда уже, собственно, меняется температура, и меняется она на понижение, но и также происходят скачки температуры, а также изменения атмосферного давления, происходят неожиданные и ожидаемые дожди. Все это приводит к определенным ощущениям внутренним, физическим у тех людей, которые зависимы от погоды. И как, в общем, с этим бороться, как предотвращать какие-то недуги, связанные с погодой, поговорим об этом с нашим гостем. Это Николай Тараненко, инструктор ФАСТ. Здравствуйте, Николай. Ну вот буквально сегодня ночью сильный дождь, ливень, уже утром солнце. Метеозависимые люди, вы, кстати, являетесь таковым, и, вероятно, пострадали. Есть немножечко такая ситуация. Ну, прежде всего, каждый человек сам знает, что на него влияет, то ли погода, то ли ветер, то ли туман, но каждый проявляется индивидуально. И каждый борется по-своему. Кто-то, у меня есть такие знакомые, которые просто закрываются в квартире, накрываются одеялом и просто тупо весь день лежат под одеялком. Тоже как бы вариант. Это когда они понимают, что будет плохо. Им будет плохо, они ожидают наверняка это ощущение. Просто хотелось бы понять, это можно предвидеть, просто посмотрев прогноз погоды? Или это может человека застать прямо на улице? Ну, вы знаете, каждый это работает, ну, как бы реагирует индивидуально. У кого-то заранее знаю, что завтра будет туман, я понимаю, что мне будет плохо. Поэтому я какие-то меры принимаю. Бывает так, что просто идешь по улице, тут ни с того ни с сего, было все нормально, все хорошо утром, потом раз и... Плохо. Предлагаю одесситов послушать, как они справляются с метеозависимостью. Смотрим небольшой материал и возвращаемся в студию. Одесса прощается с летом и встречает все более резкие погодные перепады. Как это воспринимается южанами, в частности одесситами, узнаем у них. Я не вижу ничего плохого, но они так уж сильно колебаются. Это не от минус 10 к плюс 20, это всего лишь несколько градусов. Поэтому я не считаю, что это большие перепады. Как-то особого дискомфорта нет, но просто что, ну, есть немножечко, на так самочувствие влияет, а так. А на настроение? Да особо нет, работа хорошая, особо не влияет на настроение. У природы нет плохой погоды, все зависит только от нас, настроение это наше. Нормально. Не влияет вообще вот на как-то самочувствие? Нет, просто одеться тепло и все. Шикарно. На настроение влияет как-то? Нет. Настроение, оно зависит от внутреннего состояния. Приспособлены. А для Одессы вообще это нормальное явление? Я считаю, нормальное. На настроение как-то влияет? Нет, абсолютно. Но действует на нервы только сам дождь. Ага. А вот влага, вот это все, вот создает какой-то дискомфорт? Нет. А вы одесситка? Я сельчевка. Ну, привыкли, наверное, да? У нас погода постоянно такая переменчивая. Да. Нормальное вообще это явление? Вы можете что-то с этим сделать? Это говорите вроде как, давайте соберем подписи и что-то будем делать дальше. Как видим, погодные изменения далеко не самая важная проблема для одесситов. В этом убедились Иван Леонтьев, Дмитрий Бондаренко и Думская ТВ. Ну, по-разному все-таки погода влияет на людей, и, как говорится, возбуждающая тоже девушка отреагировала достаточно интересно. Заметно было. Вопрос такой. Обсуждал наш корреспондент с опрашиваемых, интересовался, и на настроение это каким-то образом влияет? Как мне кажется, влияет. Как кажется вам? Ну, мне лично влияет. Я не хочу за все говорить, но когда болит голова, когда там точно, ну, бывает проблема. А что делать? Ну, кроме одеялка. Ну, у каждого свое. Кто-то кофе, кто-то коньячок, кто-то таблеточку принимает. Ну, по-разному. О таблеточках говорить не будем. Нет, не будем говорить. У каждого это индивидуально. Я сейчас повторяю, то есть я не доктор, я не имею права вам говорить какие-то таблеточки. Каждый для себя принимает сам решение, что делать. Ну, а какие советы? Вот давайте предположим, ситуация такая. Похолодало резко, нужно бы уже и на вечер как-то отопить квартиру, а еще отопительный сезон не вступил в свою силу. Люди включают обогреватели, которые сушат воздух. А потом, возможно, выходят на улицу, а там влажный воздух. И перепад вот этого разницы в воздухе может также повлиять, и людям просто простудиться могут. Вот как в этих моментах правильно себя вести? Ну, прежде всего, нужно одеваться по сезону. То есть, если я утречком выхожу и понимаю, что на улице дождь, я должен минимум как с собой зонтик, да, должен взять. Первое. Второе. Если я все-таки промок, я постараюсь вернуться домой и переодеться. Вы знаете, мокрая одежда, она настолько плохо влияет на самочувствие, и человек может просто получить гипотермию, то есть переохлаждение. А это чревато.
Серьезно. Про переохлаждение расскажите нам, что делать? Что делать? Ну, во-первых, беречься. Я еще раз повторяю, одеваться по сезону. То есть не нужно... Уже произошло. Но человека застала непогода в дороге, мокрые ноги. Что делать? Смотри, куда он идет. Домой. Домой прекрасно. Домой переодеться, выпить тепленького чая. Если померить температуру, если есть первые признаки, как-то полечиться. Чай с лимончиком. О таблеточках мы не говорим, да, о препаратах. Мы просто говорим о том, что человеку нужно согреться. То есть и повысить количество витамина С. А как укреплять иммунитет в период смены сезонов? О препаратах мы не говорим, да? Ну, можем продолжить. Вы остановились на лимончике, я предложил уже вам за это зацепиться. Ну, вы знаете, у каждого свои, иногда коньячок у кого-то идет с лимончиком. Ну, по большому счету, смотрите, очень много, ну, действительно, витамин С хорошо работает. Поэтому что у нас... Есть такой секретный способ, это увеличить дозу в 2-3 раза, и тогда не заболеешь точно. Дозу чего? Витамина С. Хорошо. А чем будете увеличивать? Лимончиком или чем? Витамином С. Витамином С. Тоже хорошо. На самом деле, каждый выбирает для себя... Ну, таблетки. Нет. Давайте мы не будем говорить о препаратах, мы будем говорить о чем? Натуральных продуктах. Натуральных продуктах, согласен. Лимон идет нормально. Болгарский перец. Плоды шиповника. Шикарнейшая штучка. В принципе, можно заваривать чай с шиповником, но здесь нужно очень быть аккуратненьким, потому что это мочегонно. Вот проблемка. И не каждый, это, тут, у каждого опять есть индивидуальная переносимость. Лучше всего здесь профилактика. Лучше перебдеть, да? На русском. Да, ситуация. Лучше просто заранее предусмотреть это дело. То есть, если вы попали, что промокли ноги, лучше вернуться домой, переобуться в сухое, в теплое. Ну, а если представим себе какую-то экстремальную ситуацию, когда уже время не позволяет возвращаться домой, ноги промокли, как это делать уже в пути? В пути, смотря куда двигаться опять. Почему? Надо где-то ноги просушить, прежде всего. Если мы говорим об экстремально, то есть мы где-то за городом, да, на выезде, то есть остановиться, найти место, защищенное от ветра. Понятно, что если мокрая одежда и ветер, это усугубляется. Подсушить каким-то образом носки и обувь. Но если мы влезли в лужу и набрали там сверху водичку, правда? По крайней мере, выжать носки. Мы опять говорим об экстремальной ситуации, правда? Ну, на самом деле, ведь люди это не часто делают, если попали в какую-то форс-мажорную ситуацию, скажем, там рядом возле какого-то ресторана находятся или отеля, они же не могут попроситься и... Ну, или вы советуете людям все-таки это мы делать? Мы находимся в черте города, правда? Мы можем пройти возле магазина, купить сухие носки и, собственно, перебудь сухие носки. В общем, мокрая одежда – это очень опасно. Да, это очень плохо. Кстати, если у нас мокрая обувь, а сухие носки, то что я могу сделать? Просто-напросто одеваю носки сухие, как я купил, одеваю пакеты полиэтиленовые, одеваю мокрую обувь. В принципе, я себя изолировал. Это хватит для того, чтобы добраться до места, там или домой, или в офис, на работу, переобуться и нормально посушиться качественно. Примитивный вопрос, и все же, как вы понимаете, что человек переохладился? Ну, есть симптоматика. Во-первых, холодная кожа. Да? У человека начинается, организм пытается бороться с переохлаждением. Каким образом? Знаете, вот пробовали, да, мелкая дрожь, человек начинает трусить. Это реакция организма, он пытается каким образом согреться. Может, он нервничает просто? Нервничает тоже, само собой, начинает дрожать, то есть ему некомфортно, ему плохо. Возможно, если температура начинает понижаться, то есть у нас нормальная температура тела 36,6, правда? Если температура понижается там, до 35, до 34, начинается проблема идет. Почему? Наш организм настроен на температуру 36,6. Понижается температура, ухудшается состояние. Повышается, ухудшается состояние. Скажите, пожалуйста, а кто чаще болеет? Городские жители или все-таки сельские? Ну, у меня, к сожалению, такой статистики, но я понимаю, болеют те, кто за собой не следит. Угу. Как готовиться к переходному периоду, сезонному? Ну, во-первых, чтобы обувь. Не болеть? Готовиться заранее, да? У нас здесь должна быть обувь. Обувь должна быть не сжать. То есть она должна быть немножко просторной. Потому что если обувь будет сжать, у нас будет тесная, то у нас кровообращение будет нарушено. Точно так. Из этого будет, ноги будут переохлаждаться, и в некоторых случаях можно получить обморожение. Это проблема. Согласны? Дальше. Одеваться все-таки по сезону. То есть у нас сейчас такая погода, что вот мы сейчас утром ехали, дождь стоял стеной, а если я поехал в простых кроссовках, я мог промокнуть. Правда? Поэтому надо заранее как бы за собой, ну как это...
Себя любить надо, да? И надо заранее предусматривать, что, возможно, будет такая-такая ситуация. Зонт брать с собой сейчас нужно, по-моему, всегда. Плюс прогноз погоды в интернете. Ну вот, казалось бы, вы говорите очень очевидные вещи, тем не менее, люди продолжают охлаждаться, продолжают болеть, именно поэтому мы проводим подобные эфиры. И хотелось бы спросить, курсы FAST вот востребованы вот по части того, как справляться с обморожением, что делать, если почувствовал переохлаждение? Или люди знают, или, по крайней мере, им кажется, что они все знают, и они не обращаются к этой информации? Обращаются, и я вам скажу по-другому. Читая курсы, мы, по большому счету, стараемся разрушить стереотипы. Казалось бы, очевидные вещи, но когда человеку начинаешь говорить, для них некоторых это открытие. Вот это прекрасно. Скажите, пожалуйста, какие самые большие заблуждения или на стереотипы, на которых сконцентрировались люди и не готовы с ними прощаться? Давайте попробуем сейчас об этом. Мы говорим не о переохлаждении, а вообще, да, проблеме. Как ни странно, проблема – это судорожных припадков. Их называют эпилепсия. Столько мракобесия, вы не поверите. И каждый раз одно и то же. Ложки и черные мокрые тряпки на кровати – это ужас, честно вам скажу. Вот не только ложки, и пальцы, и все что угодно. Хуже всего, что даже не ложки, а хуже всего – это ручки. Ручки, фломастеры, человек, значит, когда судорожный припадок, он сжимает челюсти так, что просто трощит, да, дробит эти все пластиковые вещи, и не могут попасть. Когда человек охлаждается, что из того списка, что обычно люди делают, неправильно, и чего вы делать не советуете ни в коем случае? Первое – алкоголь. Пить нельзя. Это однозначно. Дальше. Идеальный вариант – это теплый чай. Сладкий чай. Теплый, сладкий Почему чай? Он не должен быть горячим? Дело в том, что когда человек переохлаждается, у него понижается порог чувствительности. И если мы... Почему нельзя сразу там сунуть руки в костер, когда человек перемерз? Почему нельзя сразу его там кидать в горячую ванну? Потому что у человека нарушается режим циркуляции крови, и мы можем делать такие дела, что не дай боже. Поэтому только потихоньку, постепенно, ну, как оттаивание, скажем так. То есть в одеялко завернули, в теплое помещение занесли, не в горячее, а в теплое. Ни в коем случае нельзя его к теплым горячим приборам, там, отопителям подсовывать. Будет проблема. Это как когда... алкоголь нет, а что еще нет, важно понимать. Что еще нельзя делать? Чего еще нельзя делать? Алкоголь очень горячий. Да, очень горячий. Кофе тоже нежелательно делать. Вот, ну, сам рекомендация... напиток кофе нежелательно. Да. А вот этот же тоже, вероятно, миф, что алкоголем как раз таки и греются изнутри. Это миф. Поверьте, это миф. А растирание? Спиртом. Смотрите, давайте попробуем образно подумать. Человек – это, грубо говоря, если так образно говоря, это набор палочек, колбочек, трубочек, проводочков, образно. Если мы их охлаждаем и резко начинаем тереть, что с ними случается? Они ломаются, правда? То же самое здесь. Если мы будем, человек, когда переохладится, не дай бог, получает обморожение, будем тереть, мы наделаем делов. Поэтому ни в коем случае нельзя растирать. А спирт, он еще ко всему прочему обжигает. Ну, Николай, посоветуйте одесситам, как себя вести в 2-3 фразах, и будем благодарить вас. Вестите себя бодро, с хорошим настроением. Мне сегодня получил массу удовольствия, когда женщина сказала: «Поты собирайте, но это реально Одесса, классно, здорово». И любить себя. Прекрасно, и быть здоровыми, одесситам этого пожелаем. С нами был инструктор FAST Николай Тараненко. Говорили о том, как вести себя, когда вы охладились. Передаем прямо сейчас слово Али Есиной. Она ознакомит вас с последними новостями к этому часу. Потом возвращаемся в эту студию и говорим о скандальном заседании суда по делу Александра Орлова. Хотите знать больше? Оставайтесь с нами.